Всем привет, ребятки, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игру под названием Rumble Stars. И сегодня хочу вам показать один прикольный бонус. Я не знаю, это лично у меня или как у всех такое, ну в общем, мне разработчики, вот смотрите, как, ну как бы подарок, типа. Да вы просто драгоценность, бесплатные камни, 100 кристаллов дают, 100 кристаллов дают, бесплатно. Кстати, если что, хочу уточнить, вчера была такая же штука, я ее специально не брал, хотел сегодня записать видео, и там тоже был такой же таймер, типа 23 часа, там 45 минут, типа такого. И я тогда не взял, думал, таймер сдвинется, таймер не сдвинулся. В общем, непонятно. Давайте заберем. Может, это теперь каждый день такое? Поэтому, ребятки, чекайте обязательно, заходите. Хотя бы чисто ради кристальчиков взять их. Это очень круто сейчас, я считаю. Потому что кристаллы, ну, за них можно тут много чего прикупить в магазине. Начиная от сундучков крутых. Хотя самый крутой, конечно, сундучок не купите. 100 кристаллов сейчас как-то это мало вообще. Ну, ладно, что есть, то есть. В принципе, сойдет. Давайте глянем, какие у нас тут квестики есть. Получить не менее 5 перенных рамников. Откройте не менее 2 сундуков. О, давайте с сундучком начнем. Так, это я... Откройте не менее 2 сундуков. Все, погнали открывать вот этот сундучок серебряный. Кстати, сундучки сейчас можно открывать за рекламу, поэтому, в принципе, можно их сейчас просматривать. Видите, вот таким вот образом, да. Но я не хочу это делать. Откроем вот этот вот сундучок потом. Хотя, а что там по квестам? Используйте рамблика. Добрая тюлениха 10 раз во время матча. О нет, только не тюлениха. Хотя тут просто использовать. Тут не надо голы забивать. Получить не менее 5 перенных ралликов и победить не менее 3 матчах. Короче, наверное, сейчас открою вот этот быстренько сундучок за рекламку. А для вас это займет всего лишь одну секундочку. Ну что, рекламку я посмотрел. Вот такие вот наградки мы сейчас получаем. Блин, надо бы уже прокачивать всех. Надо прокачивать и двигаться дальше по уровню. Скоро начнем это все делать. Ого, один кристалл дали. Вот это молодцы прям. Щедрые разработчики. Так, победить не менее 3 матчах. Ну погнали побеждать. Кстати, тут ивент идет. Состав команды, участник, смотрите, мини... Машина цветов, что это? Используйте навыки соперников против них самих в этой волшебной команде. Да. Дичевый набор. Сразу скажу, ребят, дичевый набор. Курица. Курица, да? Мамонт. Черепаха. Вот. Три составляющие этого набора, которые нафиг не нужны. Можно еще даже бегемота свернуть. Мишка, в принципе, неплох. Мишка, в принципе, неплох. В дефе очень хорош. Единорожек тоже неплохой, у меня, кстати, он есть, да, легендарный единорожек с Нового года еще остался, да. Вентилятор, жаба, это имба. Ну, не знаю, хочется, не хочется, хотелось бы, конечно, поиграть, но думаю, пока что без этого. Пока что сыграем просто обычные три каточки на рейтинг. И скоро займемся прокачкой всех наших ребят, ну, не этих конкретно, а вообще прокачкой всех ребят, то есть это всего состава. Будем повышать уровень вратарю, чтобы он был жестче, потому что уже сложно становится играть на моем рейтинге без нормального вратаря. Я там смотрю, ребята 13 уровня вратарями играют, да? А у меня там 11 или 10 сейчас вообще. Да ладно. Видите, долго ищет, да? Это либо баг, что скорее всего, либо просто мне с игрой. Не, нашло, нормально, все нормально. Кидаем жабу сразу, 100%. Да ёпт. Иди нафиг. А он хорош, ребята, он хорош. А он хорош. Правда, интересно, почему? Да ёп! Да ну блин, ну как же так? Ну просто! Вынос мозга, ребят. Меня сейчас так бомбит. Я, короче, кинул, мне там просто не повезло жестко. У него нету обезьянки, в принципе. Мне поэтому пофиг. Но я могу сейчас сам обезьянку кинуть. Да, мы это и сделаем. Я кидаю обезьянку, и она забивает гол. Изи. Так, гол взяли. Кидаем сразу песика, чтобы... Минусануть вратаря. Кидаем вентилятор. Минусуем жаба таким образом. И сейчас закинем пандочку. Пандочку кинем вот сюда вот. Отлично, кстати, сыграл. В плане того, что в идеале все получилось. Закинем енотика. Енотик пойдем сейчас, пойдет сейчас разбираться. А мы закинем вот сюда вот жабку. Да жабка не понадобится. Енот соло забил. 11 енот. Чекайте. Имба. 11-я, просто 11-я имба, да? И жаба добьет. Ну, блин, было близко, было близко. Я прям уже подумал, что все, сейчас будет изи гол. Короче, кидаем обезьянку. Кидаем обезьянку, и это изи гол. Ему нечем дефаться. Тупо челик. Ребята, бегемот, взрыв! Петушиная курица! Понимаете, да? Понимаете, да? Петушиная курица. Фух. Так, надо открыть сундучок. Давайте золотой поставим открытие. Пусть открывается. Первый бой готов. Ну, видели, да? Петушиная курица. Совпадение, что его выиграл 3-0. Да, совпадение, наверное, ребят. Ой, мне еще не один нормальный человек попадался с курицей. Вот просто.
Хотя мне показалось вначале, что он типа умеет играть, когда... А, блин, ну короче, я сам запылил, сорян. Надо было вот чуть-чуть позже. Вот... Есть такой момент в этой игре, что когда вы кидаете жабу, типа... Ну типа это не очень, да? В плане того, что... Да ёп, вот это я сейчас запылил. Не, нормально, нормально. Вентилятор справился со своей задачей. Справился с задачей, если так можно сказать. Выразиться, да? Минус вратарь у меня почти. Он сейчас вратаря моего будет добивать. Наверное, кину мину. Кинем мину и кинем обезьян. Блин, ну я сейчас не смогу, наверное, задепаться. Да ёп! Нет, это нормально, нормально. По идее, времени должно хватить. Да, его панда уже ни о чем. До свидания, друг. Дружочек. А-та-та. Че, не затащил? Ой, бывает, бывает, да. Как так-то, а? Как обидненько, да? Посмотри, у него была тактика убить моего вратаря. Видите, он с пушки сейчас это делает. И типа затащить. Но что-то не зашло. Что-то не зашло. Не фартануло. Да? Не повезло, не фартануло. Ну, бывает, бывает, да, бывает. Смотрите, чекайте. Минус... Минус победа у этого челика. Да ну лол, ну добей. Хорош, хорош. Сложная игра, да, ребят, сложная игра. Ну просто он пытается вынести моего вратаря. Я в отместку унижаю его енотом и обезьяной. Ну, я даже не кидаю жабу, там не разыгрываю какие-то комбинации. Зачем? Блин, гляньте, соединение опять. Ух, страшно, когда соединение слетает. Ну это изи, вот же. Обезьяна это изи гол. Против нубасов это вообще просто. Они ж не умеют даже Грейт бомбочку кидать. Они ее даже не держат в своем составе, понимаете? Вот, она у них есть, но толку от нее нету. Опять этот нубас с петухом. Ну дает. Ну нубасище просто. Нубас мне вообще. Кстати, зря я толкнул, наверное. Мину потратил, но мина. Она сама по себе у меня, конечно, будет сейчас находиться. В принципе, в этом нет ничего такого. Енотик сейчас забьет гол, чекайте. Ладно, не забил. Ну, бывает, да, не смог енотик забить гол. Да лол, что это такое? Ну, ёп. Ну, за что, да? Ой, бегемота кинул. Серьезно, челик? Ты кинул бегемота, а я кинул вентилятор. Видели, как он вынес, да, все красиво? Я, кстати, неправильно сейчас сделал, я мог бы спокойно затащить, но да ладно. Это моя ошибка. Надо ее принять, так сказать. Принять, простить, отпустить. Кидаем жабу. Бегемот не успевает. Кидаем панду. На добивку. Ой, хомяки. Три утонуки или как там? Да лол, да ну как, ну седьмой уровень, ну что за бред? Ой, как ему везет, вот как, вот это петушиная морда, это знаете, как вот, бывает, челикам везет, да? Это тот случай, когда им везет очень сильно, и их неадекватные действия, они побеждают. Отвали от моей обезьяны, ты бегемотище, бегемотина, на тебе, мину. Просто, унизил. Закинул панду, сейчас панда с ней разберется. Чекайте, ну я правда панду фигово кинул. Сейчас кинем вентилятор. Вот в этом случае хорош единорог. Успел, отлично. Изи. Не получилось немножко откомбечить, но да ладно, это такое. Но видите, вот очень сложно контролить этого бегемота. Ну в принципе вообще не сложно его контролить, просто как-то не получилось это. Как-то не в тайме где-то все было. То есть... Ну вот как-то не получилось, в общем, с этим бегемотом расконтролить его. Вот первый мой контроль это то, что он... моя обезьяна тогда носила, ну, мяч, должна была забивать гол спокойно. Блин, мне даже отыграть нечем. Опять этот петушиный король. Да ёп. Я, короче, блин, вот это я запарил. Ну как можно было промахнуться? Как? Просто... Опять этот петушиный король, да? Опять этот петушиный король, как же он меня бесит. Вот мне нельзя было сейчас тратить энергию на фигню всякую. Так, блин, как же. Ну, блин, опять это... О, как у меня бомбит. Нет, этих королей петушиных так бомбит, ребят, вы просто не представляете.
Ой. Ладно, давайте закинем обезьян. Она забьет гол, пока этот нубас там что-то делает. А, не успела, блин. Ну, вот серьезно, вот, они используют ракету, там, все такое, да? Иди нафиг. Они реально это... Боже, да как так возможно? Ну почему в эту секунду? Да лол, да вы что, издеваетесь? Ну... О, боже. Меня не бомбит. Меня просто не бомбит, ребят, это... Я не знаю, что это. Это просто нечто. Ну вот реально не бомбит. Ни капли не бомбит вообще. Я, наверное, буду просто мины сейчас кидать на поле. Да, вот его бегемот подъехал, чекайте, сейчас будет бегемот кидать. Да ну... Вот скажите, ну как это... С каким шансом это должно было случиться? С каким? С каким шансом это должно было случиться? Вот вы мне объясните, ребят. Вы мне как нормальному человеку объясните это. Какой шанс был на то, что это случится? Или вообще на то, что это должно случиться? Я сам зафейлил сейчас. Хотя, в принципе, раскомбэшил. Раскомбэшил, так сказать. Но, блин, у меня так горит из-за этого. Из-за этого петушиного челика. Из-за того, что он кидает своего бесполезного бегемота. Из-за всего этого неадекватности. Ну, меня просто бомбит. Так. Обезьянка сейчас должна забить. Мы выкинем панду, да. Точнее, выкинем пёселя этого не бесполезного его. Закинем жабу. Да еб... Ой, как у меня горит от этого челика. Мне просто от него пылыхает. Он такой неадекватный. Ну, ну как таким можно быть? Зачем ты этого долбанного петуха вызываешь? Зачем? Боже мой. Да ёб, как же мне не везет. Как же не везет. У меня просто нет слов. Вот это он нубас, конечно. Слов нету. Кину обезьянку. Иди нафиг с этим мудилой отсюда, блин. Ну как же меня бесит эта ситуация, ребят. Серьезно, меня так она жестко бесит. Меня бесит то, что у меня постоянно мяч попадает в последнее время. Все, что бы я ни делал, мне просто попадает мяч. Ну, он, конечно, своего петуха кидает. Полезного очень сильно. Но меня это бесит в нем. Реально бесит в этой тактике, потому что они кидают петухов, они кидают всю эту фигню бесполезную, по сути. Боже, да как же ему везет, да как же вот эта жаба пролетела через все поле, ну просто. Ой. Сейчас опять на него попаду, чекайте. Опять тупо попаду на этого петуха. Итальянского или какой он там, ну это не важно. Просто челик играет за петуха, это все, этим все сказано. Ну он нубас, вот. В плане тактики, в плане всего, он просто нубас. Он просто использует там какой-то этого бегемота и все, типа, о, я бегемотика кинул, какой я молодец, я скил. Да боже мой, блин, ну как же это возможно? Тихо, тихо, надо успокоиться, ребят. Что это такое? Что это такое? Ну вы видели, ну... У меня нет слов, ребят, у меня нет слов, это такой дикий трэш. Это настолько дико, то, что сейчас происходит. Знаете, как невезение, да, только почему оно так работает? Он жабой вытолкнул. Это все, это... Понимаете, это уже конец. Это уже конец, это уже все. Это потерянный человек. Просто потерянный. Человек, который так использует ресурсы своего, ну... Этих, это... Это страшно, это страшно. Страшно. Да, это печально и страшно. Мне вот нравится, да, сейчас эти вдвоем не могут этих тонуть. И сейчас они гол забьют, да? Серьезно? Серьезно, гол забьют? Серьезно? Да, боже, песик, он, понимаете, он просто стоит, он ничего не делает. Ой, сейчас взорвем эту фигню. Фигам, которая меня уже задолбала. Ой. Ладно, бывает, бывает. Иди нафиг. У него сейчас нету энергии. Почему? Потому что он нубас. Иди отсюда. Фу, не горит, не горит. Не горит, просто, ребят, не горит. Не горит? Фу. Наконец-то победа, закрываем награду. Ну, что я могу сказать? О, кстати, сундучок неплохой так получился в итоге. Кстати, интересно, вообще с него есть шанс? Нету, походу, нету шанса.
Хотя можно где-то чекнуть было. А ну, у нас же тут можно чекнуть вроде бы. Да, информация. А тут не показывают такой сундучок. Хотя вот он уже, нет? 0.23. А ну-ка, давайте глянем. Да, это он. 0.23. Ну да ладно, это пока что. Может, с течением времени там будет повышаться. Ладненько, погнали, последнюю карточку. Завершение не менее 15 заданий. Посмотрите, какой сейчас сундучок будем открывать. Жестко. Давайте открывать. 1000 голды. Кайф. Пиявочки. Отталкивающе. 123. Петуха. Ракетка. Ну вот я не знаю. Вот я не знаю, кстати, сколько она стоит по энергии, эта ракетка? Блин, даже не посмотри, да? Оно ж не показывает почему-то. Не, 4. 4 энергии стоит. Ну вот, 4 энергии, чтобы задепнуться. У меня есть взрывалка, 3 энергии. У меня есть мина 2 энергии. Но против бегемота это не помогает, да? То есть тактика с бегемотом, она сейчас тащит против моего сетапа. Но позволить себе еще одного дефола я не могу. То есть либо так разыгрывать, либо что-то менять. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, прокачаю скоро новых персонажей. Все, вот, ну, короче, посмотрим. Наверное, будем завтра заниматься этой прокачкой. А на сегодня все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Кстати, крота добавили. Пока-пока. Как говорится, все.